Монета 10 рублей 2006 года. Российская Федерация. Сахалинская область. Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупное число 10 с горизонтальным рифлением. Внутри цифры 0 имеется более мелкое горизонтальное рифление, на фоне которого при изменении угла наклона монеты попеременно просматривается число 10 и надпись «РУБ». Ниже обозначено название денежной единицы, одной горизонтальной строкой надпись «Рублей». Под надписью «Рублей» отчеканены мелкие стилизованные буквы «ММД». Знак Московского монетного двора, вот в этом месте. Слева полукругом оливковая ветвь, справа также полукругом дубовая ветвь. В нижней части поля монеты указан год чеканки, дата 2006. Вверху полукругом вдоль канта выпуклая надпись «Банк России». По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен герб Сахалинской области, утвержденный 25 апреля 1997 года. Прообразом герба Сахалинской области стал герб Приморской области Российской империи, высочайше утвержденный в 1878 году. Современный герб Сахалинской области представляет собой изображение в серебряном щите лазоревого синего столба, обремененного золотым, обращенным влево русским казачьим кочем 17 века, плывущим по серебряным волнам, и сопровождаемого с каждой из сторон черной сопкой вулканом с одним червленым красным языком пламени, исходящим из жерла. Под гербом полукругом вдоль канта выпуклая надпись «Сахалинская область». В верхней части также выпуклая надпись «Российская Федерация». Надписи разделены слева и справа точками. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый, состоящий из 300 рифлений, на фоне которых отчеканены две вдавленные надписи 10 рублей, разделенные двумя вдавленными пятиконечными звездочками. Чеканили монету по заготовке, состоящей из двух металлов. Внутренний медно-никелевый диск белого цвета и внешнее латунное кольцо желтого цвета. Магнитными свойствами не обладает, то есть к магниту не липнет. Монета выпущена 1 августа 2006 года. Штемпели выполнены с применением компьютерных технологий. Оформитель – художник Шабылкин. Вес монеты 8,4 грамма. Диаметр 27 миллиметров. Толщина 2,1 миллиметра. Чеканили монету на Московском монетном дворе. Тиражом 10 миллионов штук. Средняя цена 20 рублей. Монета имеет две разновидности по аверсу. Вот этот знак ММД либо расположен посередине, немного повернут влево, либо знак ММД спущен и немного повернут вправо.